Ну, а сейчас, друзья, продолжит наш праздничный концерт необычный номер. Ксюша, необычный номер – это номер в гостинице «Железнодорожник» в пригороде Сызрани. Ну хорошо, сейчас на эту сцену поднимутся необыкновенные артисты. Необыкновенные артисты? А что, на новую волну приехал вьетнамский цирк лилипутов? Хорошо. Сейчас сюда выйдут артисты вполне нормальные, человеческие, но в очень необычном составе. Ксюша, Ксюша, необычный состав – это в 85-м году 9-й состав группы «Ласковый май» на концерте в Воронеже. Хорошо, просто хорошие, красивые, добрые, понятливые, в отличие от некоторых, умные. Группа «Пара нормальных» и замечательный семейный дуэт. Анжелика, извините, и замечательный семейный дуэт Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Встречайте! Владимир Пресняков, Наталья Подольская. И группа «Пара нормальных». Sean Connery, born 74.
There's only one of me, single-handedly raising the economy. Ain't no chance of the record company dropping me. Press BS King 2, I get for sodomy. I don't know, yeah. Probably I've been looking for serial monogamy. Not some bird that looks like Billy Connolly. But for now I'm down for ornithology. Grab your binoculars, come follow me. Участники новой волны прошлого года, группа «Паранормальных», Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Браво, такое горячее, такое ух, композиция. Это и было уходите. Круто, друзья. Ну что же, а теперь покажите, насколько виртуозно вы откроете номер для нашего участника из Украины, правда, Юля? Да, это Ширко Татьяна, и она очень волнуется. Все замочки спрятались. Нет, не все. Не стесняйтесь, Наталья. Открывайте то, что вам больше нравится. Итак, давай ты. В прошлом году была конкурсантка, сейчас выберешь число. Итак, Ширко Татьяна из Украины будет выступать под номером... Мой любимый номер 7! Браво! Да! Номер 7! Спасибо, друзья! Группа «Паранормальных» Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Спасибо! Наташа, ты такая красивая. А что только Наташа? Искупайте нас еще, ваши аплодисменты. Там еще и Аня. Искупайте, пожалуйста, нас еще. Пожалуйста. Владимир, если что, прямо и направо море. Спасибо.